Всем привет! Вы на новом канале Железное Сердце. С вами Лорд Вуду и Егорка. Это прыгающая дама. Играет его герой. Ну, пойдем посмотрим, что там у нас в чемоданчике. У нас какие-то еженедельные испытания недели бывает. Давайте глянем, что это такое. Бабах! Здесь вы каждый день будете находить новые испытания. Пробейтесь в верхнюю часть списка лидеров, чтобы получить кубок после завершения испытания. Получая кубки, вы зарабатываете очки, увеличивающие вас, ваш уровень крутизны. А сейчас третий уровень крутизны. До окончания испытания 3... Не понял, а где писалось? Время до окончания испытания 3 дня, 23... часа. Попробуйте силы в этом испытании. Уже 66 тысяч человек попробовало в мире это испытание. Так, вот время до конца испытания. Ну, я так понимаю, нам сюда. Сейчас в самом низу окажемся. Выберите как можно больше люмов, у вас 60 секунд. Ну, давай, поехали. Иди их собирать. Какие-то игроки еще и вылазят. Давай, я слева, ты справа. Ну что такое? А ты где? Тебя нету, что ли? А, тут один играешь. А как они бегут так? О. У меня время кончается. Круто, ваш новый рекорд 119. Лена скоро положит бронзовый кубок. Не дайте другим игрокам забрать его. А я не прошел, да? Куда меня унесло вверх? Все как нормальные люди, а я как не знаю кто. Каратиста. Да ты вообще какая-то жуткая штуковина. Есть. 163. Я что-то не понял. Они прошли, а я не прошел. Ладно, не, я больше не хочу здесь играть, мне нужен. Я хочу выйти. Все, 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 нафиг, нафиг. Мы играем все-таки вдвоем в эту игру, поэтому у нас корпоративное прохождение, а эти результаты, они вообще ни о чем. Нафиг не нужны. Так, выходим. Это потом, когда уже от нефиг делать, можно заняться, попрыгать. Героя хочешь сменить?
Давай посмотрим. Галерейку, по крайней мере, заглянем. Возьму вот эту мерзкую жабу красную. Держи 5. Смотри, сколько девок у нас. Давай, бери кого-нибудь. Все, пойдем. Мир малюток мы наконец-таки очистили, и нам теперь надо очистить мир жаб. Он потихоньку у нас открывается, и там совсем чуть-чуть нам осталось до конца. Вот он. Ой, я забыл, что я красный-то. Что-то это похож уровень, по-моему, на тот, который мы уже играли. Несколько. Но он просто, по-моему, похож. Ой, 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 ой. Вот она, смазывает теперь маслом. Мы же ее вроде закинули куда-то на планету там. Ого, у нее киборг какой-то из Дума. Что-то я не хочу с ним уже сражаться. Может, пойдем отсюда? Да уж. Как мне удалось уже так быстро погибнуть? А что ты там делаешь? Что ты шаришься под него, под яйцами-то? Ничего смешного нету. Абсолютно. На тебе по мордасу. О, верхняя броня ушла. Уже лучше. Бутылочка. О, уже в штанишках в одних остался. Оживи меня. Он сейчас в этом яйце сидит, видишь, его не пробить. Вот теперь снялась. Оп. Все. Так, 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 так. Что за сипка? Он опять в яйце. Они еще самонаводящиеся, что ли? Все, все, все. Ой, ракета какая она. Противная. Ой, ой. это ужасно. Все, без штанов остался. Бабах. Я думаю, это еще не конец. А может, и конец. А, застряла. Сейчас я опять пендаля надо. Хорошего. Заряжай. На! Интересно, она в тот же кратер попадет или в другой летит? В другой, походу. О, их уже 2 ведьмы. Здорово. Надо им еще одну ведьмочку прислать. Их же там... Короче, надо весь кратер у этой планеты забить, чтобы они там без очереди тыкали в них. Ух ты, мы еще и золото взяли, вот это мы дали. Красавчики какие. Это последний? О, точно последний. Давай, запрыгиваем сразу, без всяких клеверов, без ничего. Ой, просто бежать.
Че ты разбежишься? Ты ж это, пузырем летаешь. Куда ты разбежишься? Че ты делаешь? Че ты делаешь? Разбежится он. Также без остановок, короче, бежишь под музыку. Это надолго. Ой-ой-ой, прям хочет прям за попу ущипнуть. Ого, сколько всего вкусненького. Под шумок-то собрал. Давай, твоя очередь. Исполнили просто, балеруны такие. Респект и уважуха. Ух ты, на золото прошли, ничего себе. Ну там столько светящихся было под конец, в две волны рядышком. Оркестр завершен. Изумительно, ты все же сумел уберечь этот мир от кошмаров. Ты честно заслужил эти 5 счастливых билетов. Отлично. Давайте их вскрывать. Трилу. Покажите. Ой, какая обаяшка. Не правда ли? Новая картина. Покажите. О. Как тебя зовут-то хоть? Урсула. Воительница морей. Может, не морей. Унаф. Что-то они все на одно лицо какие-то. Тысяча люмов. Глобалик. Вот он. Привет, глобалик. Обниматься сразу лезет. Что за красота тут нас ждет? Ой, какая пиги красивая. Еще один уровень. В классическом оригине. Ой, это что? Вперед по снегу. Летающие арбузы. Так, ну и последняя наша клеверок. Счастливый билетик. Еще какой-то уровень нам дали. Давайте покажите. Коварные ветра. Мы туда не пройдем, пока первое не пройдем. Вот это. Это из Ориджина. Оригинального, короче. Редмана. Не скажу, что это приятный уровень был, поэтому до конца тут, в принципе, нам немного.
Ну, можно, если при желании заняться оригинальным, то пройти это все. Ну, сейчас мы будем играть все-таки легендарного. Рай. Ой, елки. Опять не туда. Да и мы ж сменили только что недавно. Смотри, сколько миров тут еще. До конца нам еще очень долго. Мы еще даже лягушек только зачистили. История жаб. Нам теперь он. Фестиваль мертвых. Вот на том мне фестиваль мертвых почему-то уровни очень не нравятся. Это, как говорится, уже не важно. Это вы увидите уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Куда же закинула меня как-то. Судьба, судьбинушка. Вот этот малыш меня закинул. Все, всем пока. На меня, смотри, повернись ко мне задом и пока и нажми Б. Задом ко мне повернись. Кто ограбил магазин? Да. Он. Вот он. Так, тут походу. Блин, нам надо одеть. А может не надо маски одевать, когда нафиг с ним?